Всем привет, с вами Михаил, и сегодня мы поговорим про портативный цифровой ультразвуковой лазерный дальномер SP3001. Давайте посмотрим комплектацию прибора. Прибор приходит вот такой вот упаковочке. Из комплектации здесь получается сам прибор и к нему идет батарейка. С помощью его можно вычислить объем любого пространства, что делает его идеальным для домашних работ и профессиональных строителей. Встроенный лазерный указатель поможет определить цели. Встроенная лента имеет длину 1 метр и имеет как дюймовую шкалу, так и метрическую, то есть сантиметр, и позволит вам измерить мелкие предметы. С обратной стороны имеется кнопочка, при нажатии которой все задвигается. Все данные отображаются на 1,2 дюймовом ЖК-дисплее, который имеет подсветку и очень удобно читать информацию в темное время суток. По характеристикам на 18 метров погрешность составляет всего лишь 1 сантиметр. Класс лазера 2, это менее 1 мегаватта. Рабочая температура от 0 до 43 градусов по Цельсию. Источником питания является батарейка 12-вольтовая 23А. Вот такая вот маленькая, из Китая. Вес портативного цифрового ультразвукового лазерного дальномера всего лишь 83 грамма. Теперь давайте вставим батарейку и посмотрим все функции более подробно. Включение происходит у нас кнопочкой Off-On сбоку. Вот мы включили, показывает по нулям. Как мы можем заметить, рулетка начинает замерять размер от низа, как показано на картинке. Нажимаем кнопочку, вот эту вот сверху, показывает 1,92 м. Есть функция слаживания длин. Нажимаем плюсик, на экране появляется у нас плюс, 5 замеряем, 2 м 6 см. Для того, чтобы нам сложить все эти длины, нажимаем равно. Длины все сложились, 3,98. Это одна из функций. Также в данном приборе можно измерить площадь помещения. Измеряем одну сторону, 1,93 м. Нажимаем правую кнопочку, чтобы нам умножить это все. Появился значок умножения. Измеряем другую сторону, 1,20 м. Для того, чтобы нам посмотреть результат, нажимаем опять же правую кнопочку. Получается 2,32 метра в квадрате. Нажатием двух клавиш можно задать другие параметры. Вот мы видим температуру 23 градуса в данный момент у меня сейчас. Правой кнопкой изменяем параметры Фаренгейта, 73 градуса по Фаренгейту. Нажатием одновременно два раза вот этих клавиш и появляется у нас другой параметр. Здесь уже можно регулировать, чтобы нам стрелочка была считалась не снизу, а сверху. То есть в некоторых случаях это очень удобно. И вот меняем. Данный прибор поможет вам очень хорошо в домашних делах. И кому интересно, где я его приобрел, ссылки оставлю в описании. Приобретайте и пользуйтесь. А вам желаю хорошего настроения и до новых встреч. Пока!